Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем покажу вам закупку продуктов из магазина Лента. Как я гуляла по Ленте, смотрите в предыдущем видео. Ездила туда с младшим сыночком. Ну и такая у нас новогодняя закупка получилась. Чек, как всегда, в конце видео. Боночка моя тут принцесса, да? Моя сладкая, все проверила. Вот, и давайте начнем отсюда. Конечно, купили к Новому году, куда ж мы пройдем мимо, но давайте начну с бытовой химии. Купила вот такие новые гели для стирки, но, по крайней мере, я раньше не видела. Сорти. Сорти раньше были же вот эти средства для мытья посуды, теперь у них гели для стирки. Вот я взяла просто экстракт хлопка, гель для стирки, и вот такой вот для шерсти шелка. Сейчас же холодно, поэтому шерстяные вещи стирать как раз будет супер. Ну, в общем, попробую. И на акции был вот такой вернель. Ну, соответственно, я его взяла. Туалетная бумага, как обычно. И салфетки с антибактериальным эффектом. Я люблю, кстати, универсальные покупать, но на акции были только вот эти. И здесь большая пачка. Там есть маленькие пачки, есть большие. Дальше Colgate ополаскиватель. Вот такой, кстати, неплохой. Алтайский трау, вот этот мне нравится. И еще зубную пасту. Сплат нашу любимую, вот такую Colgate. Кстати, тоже прикольная вот эта паста. Что-то подобное мы уже брали. Взяли также бомбочки для ванны, нравятся моему сыну младшему в особенности. Вот он взял такие зеленые, оранжевые. В общем, будет ванну принимать. Ну и новогоднее все. Во-первых, мы взяли вот такую банку для печенья. Очень понравилось моему младшему сыну. Он говорит, мама, давай возьмем. А печенье мы, кстати, не купили с ним. Вот. Но ничего, испечем. Сами сделаем, да, печенье с тобой? Да. Сами что-нибудь испечем, хотя масло тоже забыли. Вот такая банка получается. Я ее тут разложила, потому что кот лазит. И он может уронить. Баночка выглядит вот так. Смотрите, как прикольно. Вот такой Дед Мороз у нас получается. Также у меня младший сыночек взялся вот такой шарик новогодний. Тоже, кстати, сделано очень красиво. Смотрите, так, ну как бы как под старину такую сделано. И внутри, подожди, да, я покажу. Вот такой вот красивый домик с елочками. Очень понравился шарик, да? Тебе нравится? На, держи. Вот. Также мы взяли вот такой фонарик. Смотрите, какой прикольный. Он на батарейках. Здесь два режима. Он, в общем, светодиодный. Тут типа а-ля свеча. В общем, у меня старший сынок уже поставил сюда батарейки. Вот, так что мы взяли. Были вот такие гномики по скидке. Смотрите, они большие. 300 рублей всего. Вот, мы взяли два. Два одинаковых. Посадим их рядом с вот этим фонариком. Ну, мы так решили с сыном. Я им тут бороду расчешу. Будут красивые. Но прикольные, да? Смотрите, какие. Рошенькие. Красота будет, да? А фонарики такие, на маленьких батарейках. И вот такая прикольная сова. Мимо нее я уже не могла пройти. Смотрите, какая прикольная сова. Так что вот такая, у нее, видите? Ну, классная сова вообще, мне очень понравилась. Поэтому мы взяли два гномика и сову. Вот такой. У нее, у гномиков тоже здесь вот леска. То есть можно гнуть вот это. И вот здесь вот тоже можно по-всякому гнуть. Вот это. Так что вот такие у нас к Новому году покупки. Ну и теперь давайте продуктовые. Из мяса я ничего не взяла, мне не нужно было пока. Ну, я и мясную лавку зайду. Вот, поэтому тут такое, в основном фрукты, овощи у меня. Купила, кстати, вот такую еще смесь. Сейчас хочу убрать ее в морозилку сразу. Смесь для чая с облепихой и имбирем. Я в прошлый раз, ну, когда я ездила туда, я взяла, как это вкусно, девочки, очень вкусно. Можно даже просто не в заварочный чайник, а в чашку я себе заваривала. Вот этот имбирь, ну, то есть можно, конечно, облепиху отдельно, имбирь отдельно купить. Но вот такой смеси очень удобно. Мне иногда лень заваривать себе. И я вот такую смесь насыпала, заварила, вообще супер. Вот, добавляю ложечку меда и супер. На 4 порции, но мне на больше, кстати, почему-то хватило. Вот, так что взяла 2 упаковки. Сейчас уберу их в морозилку. Лёва, положишь в морозилку? Морозилку. Не кряхти. Вот. Яйца С0. Ценоли это отборные, да, отборные яйца, 30 купили. Я вот в мясном магазинчике покупаю яйца, но я их в основном, ну, отвариваю или на яичницу, а это уже что-то такое, в общем. Также купили пельмешки, там были со скидкой, решили вот такие взять маленькие.
колбасу вареную, вот это папа может. Там вот, которая в красной такой упаковке, не помню, Тольятти колбаса, ее не было в наличии, поэтому взяли вот такую. Также сосиски, они, по-моему, постоянно, вот, кстати, папа может постоянно на акции. И взяла еще бекон, вот такой вот мужу. Ну, тут немножко, тут 200 грамм всего. Вот он как раз, к яишенке вкусно будет. Соусы, вот такой сырный, сэндвич соус и майонез, вот такой кальве легкий. Не знаю, салатик какой-нибудь хочу сделать, посмотрим. Панировочные сухари, вот такие панировочные сухари я покупаю. Меня кто-то спрашивал, 65 рублей. Храню их в морозилке, иначе они, так как они сделаны из хлеба, ну, из хлеба булки, да, просто перемолотый, то они быстро портятся, плесневеют. Поэтому я их держу в морозилке. Вот. Так, дальше здесь, соки, да, мультифрукт, малина, спрайт. Мы уже его попили. Это в школу сыну я купила, но это бонусом. Мужчины мои мне помогают, мальчики мои, поэтому... Это бонус. Вот. Вот такой снежок. Я его, кстати, выпила уже в машине. Очень вкусный. Ну, я вообще люблю вот ацидобафилин. Вот этот снежок сладкий, который варианты. Мне очень нравится. Там джусик у меня торчала. Вот. Выпила в машине, потому что была голодная. Вот она. Вот. И мунельки. Вот такие новые какие-то. Видите? Вкус малиновый пломбир. Содержит витамины D3 и B6. Прикольно. Вот. Решили попробовать. Дальше здесь, здесь забыла еще морковь по-корейски взяли. И вот такую еще лапшу, вот эту вот для супчика я ее использую. Очень нравится, она не дешевая, но очень вкусная. 55 рублей, вот такая упаковочка. Здесь у меня погрызены, думаю, в машине погрызли, точнее я. Вот это моя любимая еще лепешка из тандыра, обожаю ее. Стоит она 34 рубля, но она очень вкусная. Дальше вот такой батон взяли. Хлеб у нас еще дома есть. 33 рубля. Вот этот багет, кстати, очень нравится моему сыночку. Он очень вкусный. И здесь я взяла, это у меня мужчины берут с собой. Я уже говорила тоже неоднократно. Вот такие, они были со скидкой. Они тут разные. Вот эти, они большие. И вот такие белые. И такой шоколад. Здесь с вишней и кремом. Просто с шоколадом. Ну, еще всякие разные набрала. И здесь мы еще немножко по конфетке прошлись. Вот. Такие киткат взяли, 248 рублей получается. Вот такие вот желейки тоже моим детям нравятся. Такие 52 рубля. Вот. Ну, конечно же, батончики Ротфронт. У меня уже теперь едят эти батончики все в семье. Мы их очень любим. 163 рубля. Очень вкусные. Ну, вот это тоже бонус. Вот. И фрукты общие. Взяла ананас вот такой. 266 рублей. Он зеленый. Как мы его едим, я его ставлю просто вот на кухне вот так вот оставляю. 2-3 дня, пока он не станет прям весь желтый-желтый такой. Даже немножко, ну, плесенью-то уж не надо, чтобы он покрывался, да, а такой прям весь желтый. То есть это 2-3 дня он у меня стоит. И потом режем и едим. И получается безумно вкусно. Здесь также киви. Виноград, кишмиш. По 106, по 139 рублей, да. Мандарины, ну, в чеке будут видны скидки по 69 рублей. Я как-то брала вот такие, были вкусные. Один раз взяла, были сладкие, второй раз взяла, были кислые. Ну, в общем, взяла, не знаю, как получится здесь. Яблоки, Gala Dark, какой-то барон. Такие по 119 рублей, такие прям миленькие, аппетитно выглядящие. И хурма Королёк, но она прям хорошая, она прям мягкая такая вся, видите? Я все даже боялась, что она у меня тут помнется вся. Правда, единственное, что мелкая. Крупная там еще лежала хурма Королёк, но она прям такая жесткая, то есть она будет вяжет, да? Вот, поэтому я вот выбрала вот такую миленькую, но мягенькую. Ну, в общем, посмотрим, по 69 рублей она. Вот, дальше помидоры взяла по 106 рублей, кстати, неплохие такие. 3 огурчика взяла, огурцов, кстати, на развес вообще не было, только вот такие лежали. Здесь маленькую капусточку, не знаю, там на супчик, на салатик вот такую. И взяла красный лук, вот этот вот я обычный беру. Там еще красный лук Тольятти лежал. Ну, я не знаю, в чем разница, я взяла, в общем, обычный. 2 луковицы, я их на салат использую.
Так, и здесь у меня картофель. Я взяла картофель эконом. Правда, он очень мелкий. Вот такой вот. Но я думаю, я его как в мундире в духовочке, знаете, такую... ну, в общем, вы поняли, запеку в духовке его. Думаю, должно быть вкусно. И взяла еще редьку маргеланскую. Как я ее готовлю? Я ее просто натираю на терке, добавляю соль и растительное масло, и все. И ем вот так вот. Очень люблю. Она же такая остренькая. Прям, ну, обожаю ее. Вот. Дальше морковочки немножко. Тут совсем вот 4 морковины у меня взяла. 25 рублей. Ну, морковку не особо едим, поэтому мне буквально чуть-чуть там на супчик, на что-то такое нужно. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. В основном, конечно, в основном это украшения, да, новогодние всякие. Вот, но там много всего появилось, так что, да. Вот, и давайте сейчас покажу вам чек. И еще забыла, у нас самая главная покупка, это вот, сыночку. Он меня очень любит Лего, Лего Майнкрафт, вообще красота. Увидели там такой набор, 1000 с чем-то он стоил. Вот, видите, уже сидит, собирает, умничка моя. Получается у тебя? Вот, так что он же сидит, собирает, так как мы болеем, нам как раз занятие нужно, да? Вот, он тут коробку разодрал. Я тут еще забыла одну покупку показать. Очень ему нравится коту в пакетиках сидеть, да? Покупочка наша, отличная покупочка. Ты сиди тут.